мандарине все, что хочешь. Все, чего душа желает. Каждый в нем с утра до ночи 100% отдыхает. Мандарин. Лагерь в стиле шоу. Это необыкновенная территория, две трети которой бережно укрыта от жаркого солнца ветвями высоких сосен. Мандарин, супер! Отдыхать с пользой, отдыхать по-взрослому, отдыхать так, как хочешь именно ты. Это твое право в Мандарине. Если вместе веселимся, мы друзья. Конечно, можно просто полениться, например, валяясь в гамаках. А можно подурачиться в бассейне. Порезвиться на водных горках. Их здесь, кстати, 4. Испытать себя на экстремальной скалолазной стене. Насладиться игрой на новеньком футбольном поле. Попробовать себя в роли актера, режиссера, видеооператора или сценариста, а также диджея, модели, бизнесмена, фотографа, певца, гримера, модельера. Проявить себя в песне, танце и рисунке. Какая вкусная еда! Мы рады кушать здесь всегда! Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! Шведский стол – это наш фирменный стиль. Выбор только из вкусного и полезного. Ненавижу молоко я. Оно вредно для здоровья. Пить его не в силах я. Очень вкусно кормят. И вы тоже? Да! У нас шведская линия. Каждый ребенок может сам выбирать себе, что он будет. Кушать. У нас на ассортименте 2 первых, 3 вторых, гарниры. Ребенок сам подходит к шведской линии и выбирает себе то, что ему приглянулось. Замен первого, если ребенок съел, значит, он не получает десерт, желе. Чуть не забыли о главном. Море, 3 карты мелкогалечного пляжа и, конечно, массы пляжных развлечений. Будучи еще дома, я несколько раз наблюдал онлайн-трансляцию с лагеря «Мандарин». Мы находимся в кабинете у главного веб-оператора лагеря «Мандарина». А можно мне попробовать поуправлять камерами? Да, конечно. Перемышку. А фишка «Мандарина» – это веб-камеры. Мы заботимся не только о комфорте детей, но и о спокойствии родителей. Круто. Еще одна камера находится в столовой. Чаще всего ей пользуются дети, чтобы показаться родителям. И мы хотим тоже воспользоваться такой возможностью. Привет, мам. Посмотри мне, пожалуйста, в камеру, как раз в столовой. Еще одна камера смотрит на плац, футбольное поле. Каждый день здесь аниматоры заряжают нас энергией и бодростью. Можно наблюдать за своими детьми в ресторане, в бассейне, на скалолазной стене и на сцене в онлайн-режиме.
Здесь внимательный и заботливый персонал. Вокруг царит атмосфера добра и взаимопонимания. Мандарин – это райское место для детей. А когда детям хорошо, родители счастливы. Забыла, куда? Влево! Право! Влево! Мы уезжаем! Надолго! Белая стрекоза, люби стрекоза пути! Ту-ду, ту-ту-ту, ту-ру-ту-ту, ту-ру-ру-ту-ту. Опять будут дети.